занимается косплеем уже 12 лет, имеет огромное число побед на сибирских и российских фестивалях. Была приглашена представлять Россию в Японии по программе Japan Cosplay Photo Association в Лос-Анджелесе за победу в конкурсе косплея по принцессе Лебедь. А в марте была участником конкурса косплея на Middle East Film Comic Con в Абу-Даби. В четверг многие из вас могли видеть Кристабель в образе Барби в качестве специального гостя, а сегодня она подготовила для вас показательное выступление с косплеем на Daphne Blake, Скуби-Ду, мистическая корпорация. Встречаем народ!